Как сказал великий драматург Вильям Шекспир, вся жизнь игра, а люди в ней актеры, поэтому им часто приходится носить маски. Но герой нашей сегодняшней рубрики – простой и добродушный человек. И маски меняет исключительно на сцене. Знакомьтесь, Дмитрий Злобин – интеллигентный, целеустремленный и жизнерадостный юноша. По жизни романтик и мечтатель. Накануне 8 марта именно к нему мы решили заглянуть в гости. Галя, мне надо немного повторить. Подождите, пожалуйста, чуть-чуть. Конечно, конечно. Дмитрий – актер музыкального театра. Денщик – Иван из «Царевича». Налимов – гусар из «Руководства для желающих жениться». Казанова – в одноименном мюзикле. Кем Дмитрий только не был. Я бегу, от сердца к сердцу бегу, и не могу согреться, спешу. От сердца к сердцу снова, уж так устроен Казанова. На сцене он обольститель, а в жизни однолюб. Его сердце верно бьется для одной единственной, которую он ждет. Мария, девушка нашего Казановы, учится в Санкт-Петербурге, поэтому наш герой сегодня один дома. До женского праздника остаются считанные дни. Дмитрий решил порадовать нас праздничным блюдом. Сегодня мы приготовим мартовские тюльпаны, которые будут, соответственно, не цветами, а шедевром кулинарии. Звучит заманчиво. А что нам для этого понадобится? Ага, грецкий орех, горошек, яйца, небольшой кусочек сыра, помидоры, а также зеленый лук. Без лишней роскоши и лаконично. На помидоре создаем форму звездочки. Итак, давайте попробуем. Ох, нелегкая эта работа. Продукты переводить искусство кулинарного ради. Теперь из нашей звездочки необходимо убрать мякоть. Поскольку помидор большой и сильный, то она там крепко сидит. Если немного пофантазировать, то съедобные цветы получится сделать из любых овощей. Но на взгляд нашего героя, помидоры в этом театре кулинарных действий самый яркий актер. Я люблю 8 марта, потому что все равно женщин мы радуем не часто, а здесь такой повод, что не отвертеться. Итак, легкими движениями руки несколько помидоров один за одним превратились в небольшие бутоны. Следующим шагом будет их наполнение. Переходим к начинке. Начнем с сыра. Пока Дмитрий нежный сыр пропускает сквозь острые зубцы кухонного помощника, мы решили освободить вареные яйца от скорлупы. Первый слой начинки готов. Яйца, грецкий орех и несколько зубчиков чеснока тоже проходят испытания теркой. Когда приходишь с работы, времени такого, чтобы, допустим, отдать кухне 2 или там 1,5 часа, или даже 40 минут, его нет. Поэтому я обычно беру все ингредиенты, их намешиваю, кидаю там в кастрюлю и ухожу. Потом, когда я чувствую запах уже с кухни, я бегу смотреть, что с ним происходит. Поэтому праздничный обед Дмитрий решил приготовить, не подходя к плите. Наступает момент заправить начинку майонезом. Наш герой – человек неординарный, поэтому содержимое перемешивает оригинальным способом. Наступает время декорации цветов. Аккуратно и не торопясь наполняем бутоны начинкой и выкладываем на блюдо. 7 – число счастливое. Тюльпанов у нас будет столько же. Чего-то не хватает. Огурца. Секунду. Он сыграет роль зеленой поляны. Для украшения добавляем немного горошка. Каждая женщина – это цветок, поэтому желаю вам цвести и радовать нас, мужчин, своей красотой. Галя, ну, а вам, поскольку вы здесь рядом, представительница прекрасного пола, я хочу подарить эти прекрасные цветы. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо, Дим. Дорогие мужчины, скажу вам, очень вкусно. Порадуйте и вы своих дам в праздник. А если хотите поделиться с программой НЭП своими кулинарными подвигами, звоните к нам в редакцию по телефону 290 19 90. Может быть, следующий обед мы приготовим именно с вами.